Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Железный Десант Вторжение. Блин, Хелфорд. Мунисай. Выберу Мунисая. Я знаю, что хочу сделать. Я хочу сейчас в данный момент попроходить дополнительные миссии. Спасите пропавших бойцов. Ведя войну на планетах, покрытых джунглями, не стоит забывать и о местных опасностях. Планеты джунгли, вроде этой, играют важную роль в фармацевтической индустрии Федерации. Темные империи пытаются подчинить себя этот регион. Отряд исследователей из этого района подал сигнал бедствия. В этом районе обнаружены войска стервятников. Они готовятся к наступлению. Осторожно, возможно, вам придется сдерживать контратаки врага. Слушай, нам уже не привыкать, по ходу дела, сдерживать контратаки врагов. А вот деньжат, опыт, как говорится, и все остальное не помешает, ребята, нам получить. Найдите и спасите, прошу. Я один буду? Блин. Ну, один-то это плохо же. Тем более за Мунисай. Еще и время идет. Блин, я уже говорил вам, я ненавижу, ребята. Куда иду я? С пятачком, блин. Я тебе сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай, души. Пока они тут разбираются, я пошел дальше. А это еще кто такой? Это и есть наш чувачок. А сколько их вообще нужно нам спасти? Спас одного. Ух ты. Так. Ну это уже приятно радует. Блин, а вот это вот нисколечко не радует. Давай. Да-да-да, Мунисай, когда ребята в гневе. Во-первых, у него скорость офигенная, это раз. Фига он бегает. Так, ну здесь тупик. Где же еще могут быть, а? Сюда, может быть, подняться. Стервятники, блин. А как, интересно, мне здесь-то с ними справляться? Подобьем, интересно, или нет? Подбили. Так, пойдем-ка теперь вот этого накажем. Блин, чертовы стервятники, а? Да что вы так долго с ним... Пойдем в ближнем бою-то его накажи. Ну а вы что там стоите? Побежали. Да подойди ты поближе-то, твою же налево, ведь можешь же. В круговую просто обошел. И смысл мне в этом был, не вижу, ребята. Так, у нас мало времени. А это еще что тут, блин, прилетело по костя? Давай, Мунисай, в ярости делай. Все, что ты умеешь, и как ты это умеешь. Вот он. Это еще один, друзья. Сейчас мы спасем. Так. Давай вот так, наверное, вызовем жабу стрелка. А где же еще тогда могут быть? Понял. Здесь, значит, поднимаемся. Здесь спускаемся.
Где-то там, ребята. Рубанул, красавчик. Так, там сзади кто-то бежит, мне кажется. Наверное, показалось. Вот он. Уж не знаю, последний это или нет. Ё-моё. Е! А чё это много активировалось-то в конце? Блин, ну Мунусай уровень не получил, к сожалению, пока. А, нет, вру, ребята, все он получил. Что у нас тут будет на втором даваться? Так, союзники в зоне призыва наносят на 10% больше урона. Союзники, да? А на звездочке что будет? После завершения Дзайкина на поле боя остается могила, которую нельзя выбрать целью. Она призывает души империи, в которой будут защищать эту область. Да? То есть это будет бесконечная могила, да, которая будет постоянно призывать духов. Слушай, ну это прикольно. Так, уничтожьте командный центр противника. Поехали. Попробуем. Ну, базу противников мы уже с тобой неоднократно уничтожали. Их здесь очень много. Бывает две, бывает одна. Посмотрим, сколько их тут. Угу. Берем десант. Сразу поставим хилищий дрон. Хилищий дрон. Но тут времени нет, поэтому можно. Так, пойдем-ка я пока прогуляюсь в одно харю. Так сказать, сделаю разведку боем. Что? Ага. Тут, значит, и оттуда еще сзади нападают. Соответственно, мне бы не помешало найти. Ну вот энергию, например, нашел. Ну, шапку-то свою кинь. Там теперь возня какая-то. Оу, блин, попал ты, мужик. Давай хоть на дорожку выставишь этих духов. Пускай их тут их разносят. Ну что же, значит, ждем непрошенных гостей сюда, к нам. Уж поверь, они-то придут. Если они идут отсюда, может быть, нам сбегать вниз и глянуть. Сейчас осмотрю здесь территорию. Опа, вот как раз и юнит дополнительный. А, вот этих возьмем, наверное. Пускай вот тут стоят. Давай дальше проверим. Отойди. А вот и база, да? Это она? Руби, руби, руби. Нет, это не та. Блин, у меня... Ты посмотри, что сделали? Разнесли. А, да уж. В общем, тут понятно, да, что нам надо делать. Туда нам идти надо всей армией. Не поодиночке, а именно всеми.
Так, они еще и сверху прут. Так, а здесь у меня... Подожди, а что у меня есть солдаты-то стоят, даже не бомбят, эй? Что за дела-то, я не понял. Вы сейчас прикалываетесь, что ли, надо мной? Я не врубился, или что? Зашибись. Ладно, я пошел дальше. Так, базу они отстроили. Они базу даже не отстроили здесь, прикинь. Ну и круто. Они не отстроили, я тогда за ее займу. Только проблема в том, что мне нечем и неким защищать. Вот. Сейчас только мы сможем поставить. Что там у нас, все тихо? Все вроде бы норм. Пока все тихо здесь. Ну, Сай, выходи оттуда. Не знаю, можно было бы еще поставить, в принципе, лазерную турельку здесь. И дрона хилищего, и тогда было бы... Подожди! А у нас... Ё-моё! Я думаю, что там происходит? Там же базу бомбят мне. Ты не можешь здесь подняться, серьезно? Хилищий дрон, он стоит 75. Давай, наверное, поставим наш десант железный. Я сейчас поставлю дрона хилищего, и, в принципе, можно будет дальше бегать. Так, пойдем на разведку сбегаем. Так, здесь внизу я не хочу. Вот сюда сбегаем, посмотрим. Где-то ихняя база должна быть уже недалеко. Так, дополнительная энергия. Пока они там будут разбираться, мы... Понял. Здесь ничего для нас нету. Опа, а вот это вот, пожалуй-ка, я заберу. Это что такое? Это что такое, ребят? Что? Что это за гриб? Так, а где же тогда они могут быть? Я... Не пойму. Тремя залпами это, конечно, он мощно бомбит. Что там у нас на базе происходит? Они уничтожили, да, все-таки мне одну турельку здесь? Сейчас мы ее восстановим. Почему вот эти-то, не могу понять, не стреляют? Должны же, по идее, прикрывать. Нет, они ничего не делают. Где ваша база, а? Серветники. Я уже вроде бы как все открыл. Опа, еще юнит дополнительный. Это вообще шикарно. Это получается 5 у меня будет. Ага, где-то вот сюда, ребята, можно еще, в принципе, пройтись. Так, иди сюда. Берем с собой десант. И вот идем. Все, да, уничтожили. Так, нет, нам надо тогда, получается, наверх, сюда.
Где-то здесь у них база должна быть, получается. Вот она. А ну-ка давай, Манусай. Вали их базу. Все. Да он, в принципе, ребята, даже один может. Он очень быстро уничтожает базы, поэтому для него это вообще не проблема. Единственное, что надо найти и отбиваться от вражин. Вот и все. Больше никаких сложностей я в этом не вижу. Так, 100 кредитов получил. Итого у меня 510 кредитов. Что мы можем взять? Так, этот у нас добывает минералы. А это у нас передвижной модуль. Давай возьмем, наверное, модуль с тобой и... Так, это просто взрывает. А этот что делает? Вышибалы и... А, ядовитый, я понял, это отравляет еще. Пока... О, у меня осталось всего одна лишь дополнительная... Подожди, нет, две. Или одна. Две дополнительные миссии. Так, найдите пропавший кристалл Этерия, пока не закончился. Блин, на время не хочу. Уничтожьте командный центр противника. Вот это, пожалуй, ну, то же самое, друзья. То, что мы только что проходили. Найти и, одним словом, уничтожить. Так что поехали. И потом пойдем на основное уже. Ну да, прям один в один. Это сейчас что такое было? Это вулкан, надеюсь? Просто вулкан. Так, здесь ничего нету. Блин, пруд. Так, стой тогда здесь. Давай мы призовем к нам на помощь десант. Это что еще? Ё-моё, откуда? Нет, давай, наверное, вот этого возьмем. Фига ты! Вы не припухли ли тут, друзья мои? Ты полюбуйся, что происходит-то. Мне обязательно нужен, ребята, дрон хилищий. Руби, 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 руби этих хламонов. Чё-то меня тут жестко прессует. Так что ты не бьешь-то, стоишь там, смотришь, любуешься на них. И опять, да? Так, вознаграждение. Темный убийца. Так, ты будешь бомбить? Бомбит. Так, мне нужно еще 120. Ой, 120, попробуй тут еще накопить. 120 энергии для того, чтобы мы могли поставить. Руби, руби, руби их в колбасу там.
Теперь вот тут внизу, пожалуйста. Да, Мунусай, конечно, в ближнем бою, но тут бесспорно, друзья мои, топ. Так, сколько надо? 120. Сейчас призову. Все, ребята, два дрона, хилищик. Должны нам здесь помочь. Так, этим нужно, чтобы прокачать 60. Ну, два дрона хорошо, ребята, лечат. Побыстрее. Только что они не дают нам передышки. Это да. Просто бесконечно. Поэтому мне и нужно здесь как можно быстрее отстроиться. Так, здесь, наверное, такую же поставим, да? Или лазерную турель? Нет, наверное, вот эту все-таки. Так что ты не рубишь-то его? Как маленькому нужно показывать постоянно, кого бить, блин? Эти слишком далеко стоят, блин. Должны стоять ближе. Ну вот, уже, ребят, получше. Так, у меня отрядов маловато, вот что. Если я одного Мунусая отправлю, как думаешь, он справится один? Если я его отправлю сейчас. Вопрос интересный, да? Поэтому пойдем и проверим. Мне бы солдатика бы найти. Ну, дополнительного юнита я имею в виду. Это мелочь еще. Так, ну здесь тупик. Значит, они где-то внизу. Так, 80 надо, да? Вот здесь. О, воу, 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 а что это вы? Что вдруг, блин, случилось-то? Так, мой там где? Созрел, не созрел? Созрел. Пойдем смотреть. Еще все горит, блин. Опа, энергия. Давай быстренько захватим ее. Четенько. Так, подожди, 135 мы можем сделать вот так. Сотка нужна, да, еще? Сейчас накопим, подожди секунду. Но здесь, по-моему, все, ребят, здесь тупик. А, вон еще где можно пробежать. Вниз дорожка есть, оказывается. Ну, шестьдесят. Что-то как-то у нас эта миссия, ребят, затянулась, если честно. Ой, хиляйся. Так, правильно, тут вон, они со всех сторон уже идут. Наверное, чем дольше ты стоишь, тем больше будет врагов постоянно идти на нас, нападать. Другого у меня нету тут объяснения, почему он постоянно нападает на меня. Я даже не успеваю элементарно хильнуться. Сейчас хочу хильнуться и бежать, ребят.
Да, вон там, вон вниз есть спуск. Тут я вижу только энергию. Давай, 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 рубите его там. Это что ли ихняя база? По-моему, это она, ребят. Ну, база пока вроде бы, ребят, справляется. Так, мой готов? Готов. Ну давай ты вылетай, поехали, короче. Сейчас попробую, знаешь, что сделать? Плевать на них, на всех, активировать способность и прям на базу полететь. Да куда ты, блин? Есть! Я тебе говорил же. Или нет? Да. Я же тебе говорил, что он и один, ребята, справится неплохо. Он один заменяет, блин, считает целый отряд, который базу уничтожает. Просто щелк-щелк и все. Так, он у меня уровень получил. Угу. О, еще и очки техники есть. Так, я буду прокачивать. Шикарно. Так, а здесь нам надо будет прокачать. Так, увеличить количество здоровья, которое техника восполняет сама. Увеличивает урон. Урон. Так, а тут у нас что? Увеличит поле зрения бойцов и техники. Да, это мне нужно, ребята. Мне нужен еще один дополнительный юнит, чтобы я начинал именно с него. Так, у нас, по-моему, достижение какое-то, да? Ядовитую бомбу. Две штуки я заработал. Убейте 500 врагов, убейте 200 стервятников. Блин, бесконечные миссии. Так, что у нас тут? Найдите пропавший кристалл Этерия, пока не закончилось время. Найдите пропавшие ящики с оружием. Я, наверное, не буду пока ящики с оружием. Пойдем сюда. Ред снова атакует Бореалис. Они знают, что эту планету из-за особого Этериевого ядра можно превратить в гигантский геонный перевозчик. Группа элитных геонных бойцов и батальон опытных огненных штурмовиков отправились на поверхность планеты, чтобы проконтролировать процесс превращения. Возможно, именно поэтому в прошлый раз Ред выбрали Бореалис целью своего вторжения. Если Нексус планировал взять под контроль Бореалис, возможно, сейчас предводитель Ред собирается снова прорваться в нашу галактику. Уничтожьте геонизаторы, питающие кристаллы. Геонизатор, значит, да? Окей. Давай попробуем. Гар, вы готовы к бою? Ваше Величество, мы нападаем с фронта, а вы нанесите удар с тыла. Да будет так. Я сообщу остальным своим войскам. Увидимся на вершине. С Богом, король. Угу, с Богом, король. Уничтожьте геонизатор и питающий кристалл. А чё, получается... Зашибись. Так, блин. И это все, что у меня будет? Я не смогу даже никого призвать себе на помощь. Вы серьезно? Получается так. Ну, что-то такой расклад меня совсем не устраивает. Давай-ка по чесноку. И они уже нападают на меня ордами.
Так, ладно, надо, наверное, делать разведку, я так понимаю. И вас надо как-то рассредоточить. Не стойте в кучу. Так, это значит пошел вниз. Сюда. А я могу? А я сюда не могу пойти. Я могу только вот тут шоркаться. Так, давай заодно проверим. Он говорит, что должно было остаться какое-то у нас надгробие. Вот оно. Да, друзья мои, надгробие действительно вызывает периодически духов. А, надгробие оно временное. Блин, я-то думал, что оно будет постоянно. Там так написали просто. А мне точно сюда надо-то, наверх. Ёк-макарёк, это еще что за пугало появилось? Так, ну-ка попробуем. Что он из себя представляет? Что-то меня как-то замедлили. Побежали. Добегались, блин. Так, там дополнительная энергия. И это сейчас вся, наверное, волокита придет сюда ко мне, да? Точно. Так, я уже забыл. Вон там я вижу кристаллы. Еще внизу кристаллы я вижу. Ага. Интересно, я успею возродиться до того, как... Потому что если я успею, я смогу здесь запинать, в принципе, базу. Давай, пинай базу. Ауч. И они захватят, да, ее заново. Блин. Это что? Это все, что у меня осталось? Ёпарасоты. Да ну, тут не пробиться никак. Слушай, что это такое? Оу. Ты серьезно? А ты раньше, блин, не мог мне об этом сказать, что... Что здесь можно строить? Даже не знаю, кто это такие. Так, метатель льда. Уэрфингер какой-то. Рубим нафиг их тут всех в труху, в колбасу, я не знаю. А чё энергия-то не идет, не пойму. Замечательно, блин. Опа.
Нашел немножко кусочек энергии тут. Блин, надо отойти подальше. Они что, сами по себе, что ли, тут, я так понимаю? Да, я ими... Блин, я ими не могу, ребята, управлять. Да, они сами по себе, блин, но... Это здание хоть само по себе, оно... Оно восстанавливает здоровье, но очень мало. Так, кстати, вот тут, смотри, энергия есть. Слушай, эту энергию же может, наверное, взять у нас... Должен же, по идее, взять. Да? И сюда его поставить, будет вообще прикольно, ребята. Он будет здесь защищать подступы. Верно, верно. Бореалис, типа. Да, эта миссия, блин, сложноватая, ребята. Если бы она еще была на время, я не знаю, как мы тут проходили бы. Я, наверное, верну отсюда. А, я вижу, там еще, ребята, можно здание одно построить. Вот оно. Ну, 70 энергии нужно для этого. Что-то совсем мне это не нравится. Слишком, блин, их много здесь. Что, слабо тебе справиться, да? С духами с моими. То-то и оно. Попробуем рубануть. Колбась, колбась, колбасик тут. А это летающая пакость, ее, блин, мне не достать. Да куда ты полетел? Стой здесь, на месте. Что, пойдем? Ну стрелять-то ты будешь сегодня или нет? Будет. Что-то как-то долго. Долго у нас это все затянулось. Опа, энергию вижу, ребят. Дай захвачу. Взял. Сколько? 90... Ой. Пойду проверю, портал тут исчез или его нужно бомбить именно. Он исчез. Слушай, ребята, а они здесь... Не надо строить базу, блин. Защищать, помогать им.
Они устанавливают, да, потихоньку себе здоровье. Ну и хорошо. Да, блин, вымораживает. Вот серьезно тебе говорю, вымораживает меня вот это вот все. Ничего не могу толком сделать. Единственное, что вот здесь вот можно будет построить. И здесь нам ближе появиться. А видишь, они базу эту запинывают, и, соответственно, я энергию, блин, потерял. Все, ребят. Давай попробуем захватить. Что мне тогда, я не знаю, ребят. Поставим базу свою, но они быстренько ее запинают. Тут вот энергия еще есть. Сможем ли мы ее захватить? Да ты будешь бить базу, блин. Ты посмотри, что у них тут творится. Ну, нормально все равно, хотя бы пострелял он. Ну, их тут что-то уж вообще, ребята, посмотри. Давай, бомби, бомби, бомби базу. Да ты бомби базу, говорю тебе. Есть. Пришел, говорит, встретимся наверху. Молодец, помог. Мы наконец-то покончили с владычным рат на моей планете. А ваше содействие было неоценимо. Гар всегда готов прийти на помощь. Да, конечно, прийти на помощь. И пришли, когда я уже все тут сам закончил. Молодцы. Дикая местность, достижение. Тут-то что у нас еще? Так, технические очки я получил. Технические очки, значит... Ускоряет всех летающих бойцов и технику на 15%. Вот что мне надо. Открывает возможность получать кредиты в спецоперациях и сокращает время перезарядки способности командных центров и заводов. Не знаю. Ну что, ребята, смотрим. Наши агенты в рядах темных империев сообщают о жутком ритуаре, который скоро будет произведен на этой планете. Мы мало что о нем знаем, но все указывает на то, что они собираются призвать жуткое существо из глубин пустоты. Это существо настолько ужасно, что даже темные империи не сразу решились проводить свой ритуал. Остановите ритуал и победите существо, которое они призывают. Да ладно. Так, подожди, мне нужно... Остановить ритуал или все-таки уже убить существо, которое не призывает? Это две большие разницы. Надеюсь, мы не опоздали. Зак-зак. Луктар-огар. Люктар. Ух ты. Это кто? Это ящерица какая-то. Победите блуждателя пустоты. Давай попробуем.
А, он кислоту какую-то после себя оставляет. Думаю, что такое-то? Так, победите наступающих врагов. Так, а что, он все? Он не активен? Хорошо, допустим. Погнали. Это тут тупик. Тут у нас тупик. Слушай, мне кажется, бой еще не закончен. Мы просто как бы его оглушили, что-то в этом роде. Он сейчас просто замер. А че вы встали-то? Одно из самых опасных существ пустоты. Блуждатель обстреливает врагов едким секретом, который замедляет врагов и наносит им урон. В ближнем бою он не менее опасен. Чаще всего жертве хватает всего одного удара. Благодаря власти над пустотой он может сопротивляться смерти, входя в состояние временного стазиса, и постепенно восстанавливать свою физическую оболочку. В бою с ним нужно соблюдать максимальную осторожность. Атаки в ближнем бою сразу убивают героев, бойцов и транспорт. Может телепортироваться в одну из отмеченных точек. Нормально? Так, души вы же бьете? Да, они бьют и воздушные, и наземные, по барабану. Слушай, а что ж тогда я должен сделать-то? Так, победите блуждателя. Вот она опять, ребята. Куда ты полетел-то, дурик? Куда он исчез? Сразу завалил. Слушай, воздушный юнит, по идее, их нормально бомбит. Фига ты, парень. Вот, кстати, на тени, когда он отвлекается, это очень, ребят, кстати, хорошо нам помогает. Сейчас опять в стазис войдет, да? Победите последних наступающих врагов. Секунду. Помогай, помогай, помогай. И в то же время нам нельзя стоять всем вместе в кучку. Так. Теперь они здесь решили, да? Давай, ребята, стреляем, строчим. А тут что, отряд мой разнесли, что ли? Нет, 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 ребят, все нормально. Строчи своей шапкой-то. Так, мега-убийца. Давай подойдем сюда, пускай... Эй, уходим. Да-да-да, попали, попали мы. В плане. Так, а чё не... Ты уйди, говорю, тут. Чё он замешательство в каком-то?
Уходим, уходим, говорю. Ауч. Какой он, а? Так, он сейчас опять перепрыгнет. Есть! Охотник на чудовище, достижение. Лишь вы отсрочили свою судьбу, мои потомки распространятся по всей галактике. Ну вот иду я отсюда. Фига, это у него что такое? Что-то от него там вылетело неприятное. Так, теперь я наконец-то смогу, ребят, на один юнит больше брать. Война только что стала намного сложнее. Темные империи призвали в нашу галактику существо, которое называют блуждателем пустоты. Но страшнее всего то, что это существо раскололось на несколько тварей в разных частях космоса. Нам нужно внимательно следить за идущими сражениями и быть готовыми к сюрпризам. Сейчас у нас есть хорошие новости от народа малухийцев с Малого Дальтемона. Их предводительница Ануса сообщила нам о своей готовности примкнуть к Федерации в обмен на защиту ее планеты. Тревога! Стервятники захватили Ануса и малухийцев в заложники. Ну вот, ёк-макарёк. Только к нам кто-то собирается примкнуть, как их захватывают, берут в заложники. А это разлетелись, да? Значит, мы еще увидим их где-то. Наверное, они уже будут как обычные бойцы, скорее всего. Блуждатель пустоты. Да что он там делает-то? Непонятно. Так, технические очки. Так, это что? Ух ты, волшебница, рыцарь и горгулья. Открывается на 16 уровне. Братство Феллов. Ничего себе. На 16 уровне. Мне до 16 уровня пыхтеть и пыхтеть. Но зато теперь я смогу брать на одного юнита больше. Вот это уже радует меня. Так, тут у нас еще достижение. Какое мы награда? О, еще одно техническое очко. Так, 195 кредитов. Красота. Красота, ребята, что я могу сказать еще? Одно техническое очко, а почему? А, ну оно отмечено, все. Так, открывать возможность получить кредиты в спецоперациях. А, так что? Позволяет лазерной башне стрелять лучом смерти. Ого, лучом смерти? Позволяет зенитной батарее устанавливать мины. Увеличивает урон. Возьмем. Так, ну что, друзья, босса мы первого одолели, еще их будет 3 штуки. Но с ними мы уже, ребят, будем драться, естественно, в других сериях, в следующих. А на сегодня, пожалуй, я буду закругляться, всем удачи и до новых скорых видосиков.